Ивановский театр драмы готовится к юбилею. 80 лет на этой сцене непрерывно идут спектакли. Меняются актеры, режиссеры, а театр остается. Остается благодаря любви зрителей, которые с удовольствием ходят не только на премьеры, но и на постановки со стажем. Сегодня у нас праздник, юбилей, 80 лет. Столько не живут, как говорится. А театр жив. И я надеюсь, он будет жить всегда, сколько бы ему ни предрекали, не именно нашему, а вообще театру, театру с большой буквы. Вот сколько бы ни говорили, что театр, он себя изживет, ничего он себя не изживет. Театр будет жить всегда. К празднику на стенах многочисленных коридоров, которые скрыты от глаз зрителей, появились фотографии. Это снимки, сделанные во время гастролей в различные города. Подготовил экспозицию, которая стала для многих актеров большой неожиданностью, Сергей Смирнов. В нашем театре работают замечательные мастера. Я пришел сюда молодым артистом, и я считаю, что мне было у кого поучиться, было за кем подсмотреть в профессиональном плане. И по-человечески очень хорошая атмосфера у нас в театре. Ежегодно в театре драмы выпускают 5-6 постановок. То есть каждые 1,5-2 месяца зрители могут увидеть премьеру. Подготовка спектакля затрагивает огромное число людей, которые шьют костюмы, изготавливают декорации, выставляют свет, настраивают звук. Театр – это очень сложный организм. В театре бывает все. И все люди, которые приходят в театр, они приходят сюда по любви. Потому что без любви работать в театре практически немыслимо. Поэтому все у нас очень хорошие. 80 лет – срок немалый. За это время в театре были разные периоды, трудные и не очень. Раньше гастролировали чаще. Ивановские актеры имели возможность и себя показать, и посмотреть, как работают в других театрах. А теперь средств на выезды не хватает. Актеры мечтают, чтобы вернулись те золотые годы. А еще они надеются, что очередной юбилей сотрудники театра отметят на обновленной сцене. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново. Александр Ширкунов.